Но я смотрю, что это еще не все. Может быть, еще подойдут. Мы будем молиться целый год за ваши нужды, за то, что записано здесь в молитвенном свитке. Мы будем вспоминать вот эти радостные дни общения со Словом Божьим, вдохновение то, которое мы получили все. Мы будем молиться за каждого из вас, потому что мы уже помним ваши лица, имена, ваши опыты, ваши надежды и ваш выбор. Кстати, мы объединимся все в одном пении, но мы начнем петь этот псалом, а вы его подхватите. Thank you.
наш Небесный Отец, мы благодарны за то, что Ты помог нам провести это лагерное собрание. Благодарны за то, что Ты дал нам вдохновение, Ты помог нам принять решение в своей жизни, Ты помог нам посвятить Себя полнее исполнению Твоей миссии. Мы благодарны за те семинары, которые мы слышали, и мы просим, чтобы они стали источником благословения и вдохновения для многих людей. Мы просим, чтобы Ты помог нам далее, когда мы поедем домой, трудиться практически. Мы пережили много возвышенных чувств, и мы просим, чтобы они смешаны с здравым рассудком и с практическим опытом работы помогли совершить то, чего еще не было на нашей территории. Чтобы служение развивалось, и многие люди еще обрели спасение в Тебе. И мы просим, распусти нас с миром, и если воле Твоей угодно, помоги нам собраться на этом месте через год с новыми опытами, с новой хвалой Тебе в наших устах. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, лагерное собрание 2012 года объявляется закрытым. Да.